Значит, события показываются с двух сторон. Прелюдия – это волнующаяся толпа, которая кидает в Иисуса камни. Скачки на сексту септиму, на такие резкие интервалы, символизируют неверующих. А фуга – совсем другой образ. Это образ Христа, уже непосредственно, как он несет крест на Голгофу. Тема написана ритмически неровно, изображая походку человека, который идет невольно, падает, спотыкается, который не хочет идти, но тем не менее идет. Вот такой вот образ прелюдии и фуги. Давайте послушаем. Фа диез минор, первый том. Thank you.
Второе произведение – это крупная форма, соната-баллада молодого украинского композитора Ярослава Алексеева. Посвящена она памяти баяниста Ковальчука. И есть эпиграф у этой сонаты-баллады: «У каждого своя дорога, которая ведет к познанию себя». Соната-баллада.
пьеса «Отдохнем», в смысле слух наш отдохнет, Игорь, конечно, будет сейчас работать. Обработка русской народной песни «Утушка луговая», сделанная Виктором Гридиным. Виктор Гридин был мужем такой великолепной певицы, как Зыкина. 15 лет был руководителем ансамбля русского народного. Они вместе с ней вот пели, он руководил ансамблем. Написал большое количество виртуозных обработок для баяна, которые очень востребованы по сей день. Считаются очень виртуозными. Вот одну из них мы сейчас сыграем, «Утушка луговая». Пока Игорь отдыхает, скажу немножко. Игорь играет на баяне марки Виньони, это итальянская фирма. Покупал он этот баян год назад, уже подержанный баян. Покупали за большие деньги. Да. Ну, хороший музыкант должен быть свой хороший инструмент. Полмиллиона, наверное, все-таки стоит. Новые такие стоят заоблачных денег. Там не менее. Это поддержанные еще до поднятия курса мы успели купить довольно выгодно. Да. А я все смотрю, думаю, что там у нее за марка? Виньони. Итальянская известная фирма. Ну, конечно, чудес. Да. 15 регистров в правой клавиатуре, 7 регистров в левой. Подбородники. Мини-орган на коленках. Да, мини-орган. Итак, Виктор Гридин, парафраз на тему русской народной песни «Утушка луговая». Thank you.
пьеса. Называется «Фатима». Нур Асгатович Даутов написал эту пьесу. Он работает у нас в училище, в Академии искусств работает. Написал в 92 году. Это симфоническая музыка, написана для симфонического оркестра. К спектаклю, который называется «Любишь, не любишь». Вкратце расскажу сюжет этого спектакля, совсем вкратце. Сюжет такой: бабушка и дедушка, в общем, живут. И бабушка всю жизнь любила дедушку, ухаживала за ним, а он, только когда она умерла, осознал, что насколько он ее любил и насколько он без нее не может. И осознал, что он за всю жизнь ни разу не сказал ей, что он ее действительно любит и ценит. Всегда, то есть он от нее отворачивался. Вот так вот вкратце, вот такой вот сюжет, очень трагичный спектакль, музыка. И вот пьеса так и называется «Фатима». То есть вот имя этой героини, бабушки. Нур Даутов, «Фатима». Секундочку. Переложение для аккордеона сделал московский аккордеонист Евгений Кочетов.
готовимся на республиканский конкурс, который пройдет вот вторник, среда следующей недели, 22-23 числа. Там два тура. В первом туре три произведения, во втором туре два произведения. Серьезный конкурс, ну, самый серьезный в республике среди училищ. Мы будем играть в старшей группе, 3-4 курсы. Приедет спецшкола, Салаватское училище, Октябрьское училище. Будем соревноваться. Следующая пьеса. Владислав Золотарев. Ронда Капричиоза. Написана она в оригинале тоже для трио баянистов. То есть очень насыщенная фактура. Но вот сделали пьесу очень красиво. Сделали переложение для одного баяна. Считается очень виртуозным, сложным. Ронда понятна, форма произведения Капричиоза. Вкратце так переведу. Виртуозная инструментальная пьеса импровизационного характера с неожиданной сменой образов настроений. Владислав Золотарев писал очень много музыки для баяна, несмотря на то, что умер в 33 года. Один из первых наших композиторов, который пошел вот по пути авангарда, но это еще не авангардная музыка. Здесь все понятно, здесь все ясно. Да, вот мы выучили эту пьесу. Владислав Золотарев, Ронда Капричиоза.